26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев заявил о подписании указов о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Первое, что сделал Сухум, получив известие о признании независимым, перестал работать. Народ устремился к площади Свободы. Официальные дипотношения с Южной Осетией, Абхазией и Россией установила 9 сентября, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами. 17 сентября Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией, что стало важным этапом в становлении государственности новых субъектов международного права. Москва и сегодня всячески содействует этому процессу, заключая с Сухумом и Цхинвалом целый ряд соглашений в самых различных областях.